Мир вам и Божие благословение, дорогие братья и сестры! Мы предыдущие выпуски посвятили песнопениям и молитвословиям канон Евхаристии. Условно он завершается пением «Тебе поем», но после присуществления святых даров всегда поется песнопение в честь Пресвятой Богородицы. И вот сегодня, в день почитания иконы Божией Матери, именуемой Почаевская, мне хотелось бы спеть вам песнопение на пево Почаевской лавры, посвященной этой чудотворной иконе, и послушать песнопение из литургии Калинникова «Достойный Вести». Итак, стихиры Божией Матери. Не проходи, моя брата, тайну запечатствованную. Благословенная, Богородице, Деву, прими моления наши и принеси Твоему по памяти в том метре и с теми особенностями мелодическими, как это пели на память же старые певчие монахини, ну, где-то около 50 лет тому назад. Раньше многие знали это песнопение, даже и многие из прихожан знали его наизусть. И часто после вечерних богослужений, после всенощных бдений, особенно в дни чтимых икон Божьей Матери, оставались у иконы и в полголоса это песнопение напевали. «Под Твою милость прибегаем, Богородица», «Царица моя преблагая» молитву, и вот это песнопение стихиру «Непроходимые врата» именно вот таким напевом. А послушать я сегодня предлагаю из литургии, и послушайте, и посмотреть, поскольку это фильм, из литургии Виктора Сергеевича Калинникова, номер 8, «Достойный есть».
Прощаемся с вами до завтра, братья и сестры. Продолжим разговор о канонии Евхаристии. Всего вам доброго. Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. 11 августа, зал Третьяковской галереи, концерт в преддверии Успенского поста, посвящен земной жизни Пресвятой Богородицы. Песнопение в честь Богородицы и песнопение праздника Успения. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае, тоже в преддверии Рождественского поста, песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения, и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.